настоящим праздником победы, великой победы. И я знаю, что если наши родственники и наши предки когда-то вышвырнули из страны тех, кто хотел нас поработить силой оружия, танками и самолетами, то наша задача сделать хотя бы так, чтобы вышвырнули из страны тех, кто пытается поработить нас с помощью поддельных бюллетеней, с помощью продажных журналистов и с помощью жуликов и мошенников, одетых в милицейскую форму. С наступающим праздником! Мы будем выходить сюда столько раз, сколько это потребуется. Россия – это наша страна. И наша страна будет свободна. Россия будет свободна! Россия будет свободна!